și în această perioadă de grea încercare pentru poporul ucrainean, nu doar persoanele refugiate au nevoie de ajutorul nostru, dar și animalelor de companie care vin cu stăpânii și sunt supuși unui stres imens. Da, un stres imens. În acest sens, mai multe clinici veterinare din țara noastră oferă servicii medicale gratuite destinate patrupezilor aduși din Ucraina. În aceste momente dificile, refugiații din Ucraina sunt îngrijorați nu doar pentru soarta lor, ci și a animalelor de companie. Iana Lepetun din Odessa a fugit din calea războiului împreună cu fiul ei mai mare și cu cei trei membri necuvântători ai familiei lor, Vige, Mila și Bernard. У сина сидить Віджей, він з Білорусі, кстати. Дівчинка у мене на руках – це Міла, вона з Харкова. І Бернард – це у нас новенький в сімействі, він з Ніколаєва. Тобто у нас тут інтернаціональна команда. Ну, Бернард – наймолодший, йому рік, а Мілі і Віджику вже більше 3 років. Ні один хазяїн, хороший хазяїн, не оставить свою собаку. Їдуть зі всіми, і з хомяками, і з ёжиками. І, ну, собаки – це взагалі наші діти. Я навіть не розглядала варіант їх просто где-то оставить. Тобто, в смислі, варіант приюту – це буде якесь временне содержання. Ми все одно будемо думати, як вирішити ситуацію. Я думаю, як-то її можна буде вирішити при желанні. Не можна оставляти животних, ну, на верную смерть, если хозяева уедут, это невозможно. Не могу. Это так страшно вообще. И мы поняли просто, что мы не одни. Морально просто стало намного легче. Situația dată a perturbat în totalitate viața obișnuită a animalelor, iar stresul la care sunt supuși poate duce la urmări extrem de grave pentru sănătatea lor. Astfel, mai multe clinici veterinare din țara noastră prestează servicii medicale gratuite destinate patrupezilor aduși din Ucraina. То есть с этим могут обращаться владельцы с ситуациями нарушения здоровья, к которым привели стресс. То есть нарушение привычного быта, транспортировка, отсутствие комфортных условий содержания и так далее. Ну и, безусловно, условия экстренности – это острые состояния, которые требуют неотложной помощи, которую нужно оказать вот сию секунду и сейчас. Мы можем оказать как психологическую помощь владельцам и животным, если это требуется, так и медикаментозную для питомцев. Это назначение антидепрессантов, успокоительных препаратов в случае, ну, действительно стресса, вплоть до лечения, которое потребуется от конкретного заболевания. Ну, у нас было примерно 12, наверное, семей, и попугай даже был. Даже попугаи, да, они приехали с кошкой, с маленьким попугаем. De asemenea, pot fi perfectate gratuit toate certificatele sanitare veterinare. Большинство стран открыло зеленый коридор для граждан Украины, и им не нужно никаких документов для своих питомцев, чтобы пересекать границу. Однако в случае нужды, либо для некоторых стран, которые все-таки требуют документацию, мы бесплатно выдаем государственные паспорта. Это единый государственный молдавский ветеринарный паспорт. Он выдается на лицензию врача и является государственным документом идентификации животного. То есть мы гражданам любой страны, Молдовы, либо Украины, выдаем эти паспорта, они являются официальным документом. То есть, если есть нужда, граждане Украины в этой ситуации могут обращаться, и мы выпишем этот паспорт бесплатно. Doritorii de a ajuta animalele de companie ale refugiaților din Ucraina pot oferi donații la oricare dintre centrele de colectare din Moldova.